еще раз фамилию Пастухова? Да, Львова. Первая буква Т. Т ранее. Ага. Расскажите о самых, вот, самой старшей работе и самой молодой вообще, вот, чем они уникальны. Может быть, на ваш взгляд, у вас есть какая-то любимая работа? Вот, поподробнее о каких-то интересных работах художника. Ну, в частности, вот самый первый и самый последний. Ну, я не могу сказать, что самая первая работа моя любимая, потому что это по определению быть не может, поскольку художник, конечно, развивался и совершенствовался во времени. И, ну, самая ранняя работа – это иллюстрации к 1850 году. А последняя работа – это выставки, которые я выставила на монетку. Это большой цветной лист цирк. Это последняя действительно вещь, которая прикасалась к его рукам, и стояла на его мастерской. И таким образом мы принесли сюда постоянную работу. Среди моих любимых вещей, пожалуй, самое любимое – это авторская книга, которую я представила в зале «Красных вариантов». Здесь несколько таких книг, которые я начала заниматься уже в постсоветское время. И вот эти вот издания, они как раз, наверное, только и возможны были в это время, когда, собственно говоря, уже нам это не печатали, где он обратился к своим излюбленным мотивам. Ротелей, средневековые мистерии, женщины-монстры, ради богов, вот эти вот все замечательные рисунки, они вышли в эти книги. И составители этого, и иллюстраторы. И здесь они представили, можно считать, листать журналы сами,